Пешеходный мостик на Слободе рушится с каждым днем. Металлическая основа сама по себе крепкая и устойчивая, чего не скажешь про деревянный настил. Балки превращаются в труху, часть покрытия и вовсе отсутствует. За хлебом сходить. Вот там некому. По дороге опасно, здесь посвободнее. Да. Жителям частного сектора по улице Ветеранов приходится пользоваться этим мостом регулярно. Дело в том, что другой путь к школе и детскому саду, аптеке или магазину есть, но опасен. Чтобы добраться, необходимо сделать немалый круг. Сначала выйти на общественную, а затем уже идти по автодороге улицы Русской. Все бы ничего, только тротуара для пешеходов там нет. А у нас тротуара нет, мы не можем по главной дороге идти. Вот, поэтому нужно этот мост актуален. А сейчас надо желательно убрать это все и железный настил сделать. По словам жителей, мост полностью восстановили после сильного наводнения в 2017 году. Тогда установили надежную металлоконструкцию, но настил сделали деревянный. Естественно, в процессе эксплуатации материал постоянно требует замены. Поступила жалоба с жителей района Слобода о ремонте пешеходного мостика по улице Ветеранов 30. На сегодняшний день определены объемы, выбран подрядчик, и в кратчайшие сроки работы по замене деревянного настила будут выполнены. Если у вас возникают вопросы и предложения, которые касаются благоустройства района, где вы живете, всегда можете обратиться на официальный сайт администрации города, не выходя из дома. Для этого специально создана интернет-приемная. Здесь регистрируются все письма, которые впоследствии попадают на рассмотрение в нужное ведомство. Или по телефону 32 44 33. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс.